Выступление министра охраны окружающей среды Нурлана Капарова на Байконуре сегодня считать едва ли не ультиматумом России. На заседании с представителем Роскосмоса главный эколог говорил, Казахстан не устраивает работы по обеззараживанию местности. Россияне работают медленно и вообще никаких протонов в ближайшее время правительство не потерпит. Пока мы не решим вопросы по прежней аварии, какие-либо новые запуски мы рассматривать не можем. Проинформируйте ваше руководство. Как-то так вдруг это совпало с тем, что и Роскосмос сообщил, никто не собирался запускать ракету «Протон» 15 сентября. Гептилды тоқтаса, полигондарды бәрін жауып тастаса, мен үкіметті қолдаймын. Поступок министра Нурлана Капарова успели оценить все, и особенно национал-патриоты. Сегодня они считают, что внести определяющую лепту в заявление, которое прозвучало из уст члена Кабинета министров Казахстана, такой генеральной линии правительства, если она, конечно, действительно существует, обеспечена политическая поддержка. Технологический геноцид просто. Раньше голодом морили, а теперь вот оружием. Вообще надо запрещать использование гептила. Вообще надо закрывать все российские полигоны в Казахстане. Я, если это правительство будет делать, я буду только поддерживать такие шаги. Если же вкратце подвести итоги заседания рабочей группы по ликвидации последствий падения ракетоносителя, то ясно одно. Запуск «Протона» произойдет, но уже после 15 сентября.